Это точно? Нет. Почему? О, а там еще второй этаж есть, люди какие-то, камни там круглые. Жернова из нефрита. Мы пешком поднимемся. А если у кого-нибудь будет желание вот подниматься на лифте? Головы не отдышься. Их где ты вырезаешь?
На острове живут. Какой живы, и типа того. Мало. Так, что нужно, как не пальцы? На левую руке. Вот эй! Безымянный большой. Как надо? Ты не прав. Музей, содержащий всю истину вселенной. И сейчас мы туда пойдем, посмотрим на башню буддийскую. Хорошо? Фотографируйтесь, потом туда. Давай, давай, давай. А мне еще сумку, или у тебя есть? Ничего. Леш, ничего. Он еще снимает. Там есть там еще кто-то? Я. Давай, Павлович. Папа еще. Вот и это сейчас я. Будет. Там еще кто-то, по-моему, есть за тобой, не? Это сейчас он будет. Не считается. Валерка. Он должен это сделать пейте сам. Пейте кока-колу. Давай, давай. Давай кока-колу возьми. Как им не стыдно. Абсолютно. Молодцы. Дошла, как. Залезла наверх, хочешь, что ли? Давай, давай. Авантюра, да? Нет, когда следующую пещеру, пускай сначала. А вот сейчас весь маршрут. Надо заслаться, заслать. Первый будет засланиться, потом... Слушайте, а давайте я всю группу сфотографировать на этих камерах. Всех, кто прошел, замечательным видом. Да, давай. Мы сделали это. Давайте садитесь. Конечно. Давайте, садитесь. Аня, только грабила. Для того, что я не вижу выхода отсюда. Аня! Горные козлы. Они вперед пошлепали, за ними не угнаться. Вот ты так. Аня! Кто там застрял? Давай, Динка, давай. Лев, ты за краном. Ну это последний уже, да? Уже выше сделать. Всех закрыскивать столько килограмм. Эдик, еще одна фотка! Эдик! Я думаю, что она сейчас спустимся, Дим. Она скажет, что мы совершили маршрут в честь там партизан. Дорогу партизан. Здесь куча пуха, там вообще по грязи помощь. По дорогам вьетнамских солдат. Как этого оставлю, что ли? Хитрый голый батик. Вы почувствовали, как они проживали? Где? Роза. Я только вот там. Пуля же как святая вообще светится. Это... Да, вот, а потом, 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 а потом,
Чего не понимаешь? Чего ты не понимаешь? Как они самолеты сбивали? Тут пока его увидел, понял. Зенитки стояли вот отсюда. Так надо там... же знать, что он летит. Гриша, я не знаю, спроси ее, а вот она рассказала. Валера, отойди. Нормально, отойди, отлично. Отойди, скажи. Мафаня была бы похожа на него. Яна обожает червячков. Куда она? Иди скорее, покажи. Яна. Яна. Наискосок, перевязывается шронковой ленточкой. Вот это по так, версии китайского ученого советует нам умеренно жить. Не надо быть слишком жестким, твердым, и в то же время не надо быть слишком китайским. Одно выражение. Это одно выражение. Как тут от дождя защищалось? Ну так, молодое поколение, семьи тонки, должны хорошо учиться. Здесь мы должны дружно и здорово жить. А тонки, вот это само слово тонки, это значит хорошо, а лучше учиться.
Смотрите, у открытого колодца, вот есть вот этот кирпичный колодец. Слышала, Зайка? Что ты так встала? Встань нормально. Нормально встань, говорю. По стойке смирно. На горе Арарат. Девочки налево, мальчики направо. У нас красивее. Девочки направо, мальчики налево. Вот. Что за разница? Собираемся, обсуждаем. Вот, дорогие гости, сейчас мы находимся в театрском собрании, который состоит всего 5 залов. Вот это первый зал, где поставлены столки и столики, где вот собирались фудзянские люди раньше. А сейчас просто вот сидят туристы, вот такие туристы, как вы. На стене. Да, приедешь. Заклинил.